страны две вещи. What do we do? Кто не берет химички, вот тот сотку пуантов получает. Вот я не брал химички. Вот и получил сотку пуантов, что подал. Валяю. Рефан, давай ты не будешь мне мешать. Что ты хочешь? Просто добил. Вообще тут вышел. Это выгонь. Смерти. Пацаны, куда вообще? Вы что пришли вообще? Ой-ой. Вы что из пути бежали, да? Он тут прилучал второй танк, понятно. Опять гибель с пустой, блин, пара. Вы здесь, ребята. Вы не держали риску, все у вас можно потратить. Что каратель, слышишь, каратель, тебя, короче, ты не возрождаешься после 5 убийств, ты можешь убивать сколько хочешь. Я же 4 в том раунде смотрел и только понял. Я шел специально делаю. Короче, 6 точно можешь. Да давай уже все. Давай, Ариша. Эй, эй, мастер. Thank you.
ничего. На второй главе уже в доме сидите. Вы мощные. В курсе. А как первого инфа сделать? На С. Закидывайте туда пробку, чтобы заблочить им. Жимайте на Альт после снега. Дима, она вперед, она в краке. И на ломаем короче. Да блин. Не ставьте так минти, прошу. Это проигрыш просто выживших. Вы люди, блядь, вы понимаете, что вы так ебали? Кто-то нас сзади выжил. Видите? Вот серьезно. Вы на второй волне. На второй волне. Уже на последней баррикаде. Оба. У вас даже нет лишней баррикады. Оба. А мы виноваты, что Дибискус нам все сломал за карателя? Мы виноваты? Дибискус, когда кипать его. Вот баня или что там появилось на сервере. Дибискус самый чистый. Еще один появился, еще один появился. Да не надо так же повторять. Слышь, а Дибискус сломал вам все за карателя? Так хули, все нормально. Ну и бензопилой драмы. Вы просто никого убить не смогли. Вы изи убить. Вторая волна выпадает за мной. Если бы у нас была бы палочка, и Дибискус был бы какой-нибудь глупый, тогда бы я его сзади с палочкой такой. Начальник ХПшка 25 тысяч ХП хочет нести. Прошу прощения, конечно, но почему начальник? Вторая волна выпадает на руши. У карателя самая пенсионная. Он мед. Короче, мочил, я вот отсюда не буду. Иди в жопу, проб-киллер. Ты не будешь убивать меня своими пробами. Нет. А ты не выйдешь отсюда. Выйду. Нет, я ему захватил, под этого парня с собой. Я ненавижу ваш миповский фильган. Но я никогда не пользовался, когда меня будет. Ой, ничего не пользоваться. Ой, ты его убить не можешь. А сейчас мы сюда идем босса все. Выпускаем, давай.
меня, правда, 5 хп. Но это ничего. Они не могли меня убить в прошлом раунде, когда у меня было 26 хп. А ты говоришь про 25. Анасов, Дима, за VR ты получишь максимум VIP. Максимум. Максимум. Подмите, никто не даст. Вообще никто. Наш Крион сходит к нему, блядь. Админку не дают, дают смотрители. Это, считай, модеры. Таких прям явных возможностей у него нет. 1400 к обращаться к Лионис, плюс у тебя не хватает этих крутящих. Я этого поборника. Ну да. Плюс все зависит не от того, снял ты там что-то или гулешь, от того, сколько человек придет. Сколько человек придет. И от этого зависит. А он сейчас не в сети? Там за сетями, знаешь. Братан, он с тобой никаких контрактов не будет. Я тебе сразу говорю. А 460 там максимум человек 20 пришло в 30. Что? Это было бы у тебя 30 тысяч, тогда да. А так? Считай, грубо говоря, 500 человек пришло бы человек 20 максимум у тебя бы. 23. Ребята, я сюда кукол подкидываю, возрождание. Как? Просто? А! Все, баррикаду сломали, берите факипуши. Ребята, вы что, тупые вообще? Короче. Вы берите пайкал. Факипусов, короче, берите и чисто заплевывайте ублюдков. На нахуй. Пуки пульсов, Бонни Нэшев. Вот этих парней бери. Он должен не дашь, я убью троих. Нормально. Не иди, пацан. В натуре. Да Путин, сука, что ты делаешь, блядь? Ёбаный клянер.
Я не клей. Ты мешаешь. Серьезно, просто. Чем я мешаю? Ну, сама. Во-первых, ты не сам запомнишь. Зачем вы наверх вы? Понятно сделать, кому вас не ставить. Респух в самом начале, не будьте дурачками, держите респух в самом начале. Ну да, я знаю, это лицемерие. Каратель, давайте убейте карателя, быстро убиваем. Ты знаешь, почему-то вдруг начинаю считать себя самым... Убейте его, блядь, он сейчас баррикады сломает. Суицидник, не догонишь. Yeah. Суицидник, ты где? Появись. Я взял. Волна закончилась. А, точно, волна закончилась. Кто убрал? Я хотел с тобой помахаться на мечах. Сколько тут поинтов? Аж можно дом купить на эти поинты. Брат, не сужимись. Майкер меня убьет, но его не убьет. Тут как земля светлая, тут можно палить этих инвизников, у них же кружочек под ними, короче, такой тусклый. И он их хорошо тут видно будет. Ну, пошла жара. Спасибо за интервеншн. Oh!
Всегда тут портфельщиков валяется. За мистера долбанного. Опа-на. Просто под мистер залез и все. Дитё, блин. Убивайте меня, послужим. Так, ё. Нормально. Поставьте там внизу, дурачки, чуть-чуть внизу не поставьте. Зачем вы мантик сломали, что вы видите в поле, ребят? Спартан или Фильдер или Матадор, дадите мне кто-нибудь. Да. Кто-нибудь один, если Спартан или Матадор будет, дадите мне, у меня 3 сотки. 4 сотки. Поинтов. Я ворон своих ем. Там вороны друг друга мочат. Я мочу. Имею право. Вы поехавшие. Не полное право. Я не могу быть каннибал. Ворон. Каннибал, там ворон. Взял. Там миниган тут лежит. Берите, кто пользоваться будет. Миниган. Я сейчас его сломаю, никто не возьмет. Идите сюда, тут миниган лежит. Миниган вот тут вот. Кто пользоваться им будет, берите. Где он? Я его хочу сломать. Я еще гаусску туда скинул. Какой-нибудь клянер заберет миниган еще? Ладно.
голова. Спать. У тебя 6 глаз, да, и сердца, мутант. Я вам сейчас уже выпам бог. Сломать. И не буду того, что ничего нет. О, ребят, еще один миниган валяется, ребята. Стрели еще один миниган, я его сломал. Я его сломал. Молодцы, ребят. А, не. Сдох. А ведь теперь сломал. Блин, два мага, один мост. Валим. Сюда иди. Кого обозвал? Косорылый бонимеш. Рука жопа три. Ну да. Ну чё, чувачок? Ну ещё и тупой. О, нихера вас набежало тут. Вот этого я не ожидал. Но я тебя тут грохнул. Тупой бы не меж, блин. Мы, походу, не туда побежали, просто вот и слились. А, нет, все нормально. Я думал, еще у кого-то вейфат есть. Вау, это моя.